Перспективные материалы и технологии. Под таким названием впервые на базе Брестского государственного технического университета проходит международный симпозиум. Выбор площадки для проведения научного форума не случайный. Это высшее учебное заведение давно зарекомендовало себя как одно из лучших не только в Беларуси, но и за ее пределами. Университет обладает научными разработками, достижениями в области инженерии поверхности, машиностроения. У нас успешно функционирует машиностроительный факультет, поэтому мы рады были откликнуться на такое предложение и провести в стенах нашего университета, предоставить площадку для такого количества ученых в этой области. Обсуждением проблем современного материаловедения, налаживание научных и деловых контактов в этой сфере, а также развитие международного сотрудничества – основная цель проведения масштабного форума. Организаторы рассказывают, они сделали все возможное, чтобы совместными усилиями участникам симпозиума удалось провести время продуктивно, а пленарные заседания, открытые лекции по научным направлениям – прямое доказательство того, что выбранная тема актуальна. Ведь интерес к науке с каждым годом набирает все большие обороты. Тема науки всегда актуальна. Брат, кто не хочет кормить, поощрять своих ученых, будет кормить чужих. Вы посмотрите, сейчас вот ученые, молодежь разбегается, поэтому вот один из таких вопросов – это объединить. Ну и самые современные направления – это от нанотехнологии и кончая обработкой материалов. То есть это в основном материаловедческий вопрос. Традиционно мы выпускаем труды конференции и монографии, которые тоже пользуются очень таким успехом, ну, при защитах, цитирования. Причем впервые вот нашим монографиям индекс ДОИ, так называемый, присвоен. Ну, это, опять же, наукометрия. То есть солидный сборник. Беларусь и Россия, Украина и Армения, Латвия и Португалия, Германия и Египет. Порядка 200 участников из 10 уголков мира принимают участие в работе симпозиума. Они – научные работники, ученые и эксперты ведущих университетов, научно-исследовательских институтов, Академии наук. Сегодня в Беларуси значительное внимание уделяется перспективным материалам и разработкам в области высоких технологий. Сейчас очень важная тенденция в области материаловедения – создавать материалы, которые одновременно обладают несколькими свойствами. Не просто там высокой прочностью, высокой технологичностью, высокой какими-то другими характеристиками, малым удельным весом или большим. А он как бы объединяет, он аккумулирует себя как комбайн, объединяет в себе несколько характеристик. И это приводит к очень большой экономии и ресурсов, и веса, если речь идет об летательных аппаратах. Но создавать такие многофункциональные материалы намного сложнее. Нужны новые методы воздействия, в частности, то, что вот делают белорусские ученые. И речь идет о применении ультразвука. Эта конференция, она, с одной стороны, констатирует большой вклад белорусской науки в развитие материаловедения, особенно материаловедения высокопрочных материалов. И, с другой стороны, дает возможность нам посоветоваться, подискутировать. Проведение такого мероприятия должно дать свои результаты, новые идеи и решения, послужат стимулом двигаться дальше путем развития в области материаловедческих и технологических вопросов.